Бурум-бурум-бурум. Прибежали. Так, я уже знаю, зачем ты здесь. Слухи быстро распространяются. Обычно меня можно... И через многое прошел. Нет необходимости убивать кого-то ради своей цели. Записи. У него вытянулась морда. У него вытянутая морда, крепкая чешуя и щупальца. Похоже на существо. Описанное в 359 главе книги. Смотри, это же оно. Ломая все на своем пути. Сердце вияло. Похоже, эти записи ввел алхимики следующие воды. Латрии. Вэл. Ценный источник алхимических ингредиентов, чешуя плавники, внутренние органы, им нет аналогов. Есть еще частицы Вэлла. Господи. Однако самый ценный ингредиент – это его сердце. В нем таится великая алхимическая сила. Однако поймать Вэлла очень трудно, поэтому его временно перестали изучать. Что частицы самого Вэлла? Вэлл может появиться снова. Надо быть готовым к этому. Мир постоянно испытывает вас. Так, алхимия, сколько ценится? Я тебе немного покажу, как это сделать. Обычно меня можно найти здесь. Супер сложно, пока ничего нету. Непонятные чертежи алхимии. Ломая все. Отлично, теперь можем начать. Успеха не достиг. Все сработало, порошок достаточно. Создать порошок достаточно только чешуи. А еще в книге по истории океана, в последней главе часть, которая может тебя заинтересовать. Знаешь, о бессмертном чудовище Лагри. Так, Вэлла называют бессмертным морским чудовищем. А в своем дневнике алхимика написал, как из сердца Вэлла получить алхимический камень. Даже после того, как он получил сердце, а вот алхимический камень, который мне нужен. Вэлла видели в океане без сердца. Или он смог восстановить его? Поистине удивительно. Вечная жизнь. Тебе нужно сердце Вэлла. А все исследования по причинам, по этим записям, ты можешь узнать об этом больше. Ну что ты тратишь на тебя время, все-таки хорошо знаком, ну да, что поделать. В общем, из материалов для алхимии у меня закончились хвостики хорьков. Я сперва попросил Эйлин сходить за ними, она мне... Вот еще, как будто мне заняться больше нечем, сам иди, ищи папочка. Эх, дети, дети. Постичь алхимию целиком. Ну, пошли достанем хвостики хорьков. Может реально повыполнять? Интересно, я с собой, по идее, могу, вроде видел у чувака, там три питомца было с собой. Да, у чувака я видел там три питомца. Насчет целого тона питомцев, может быть, у вас дома. Так, каким кормом их прокачивать? Вот в чем вопрос. Дешевый точно не сгодится. Подороже покупать. В принципе, можно. А, да, вот что я хотел взять. Точно.
Хоть суметь и железом. Надо попробовать это, блин, переплавить. Ой, я бы сказал пару слов. Я здесь вообще ничего не планировал, но у меня и выбора, блин, ни хрена нету. Хоть картошку собирает, и то хорошо. Хоть чем-то легче. Так, уже все? О, отличные хвосты. Ты справился лучше, чем моей избалованной дочери, спасибо. Так. Тебе не приходилось бывать в замке Крон? Эти огромные руины древние. Да, был уже там. Однако весь район руин замка Крон присвоен армии гоблин. Туда невозможно пройти. Говорят, что там, может быть, остались следы алхимии. Не сможешь сходить вместо меня. Ломая все на своем. Ой, как будто, блин, выбор был. Успеха не достиг. Так, значит, мне придется с этой рыбалкой связываться, потому что... Потому начинается на У. Займемся алхимией. Прости, что? Кора старого дерева. Кстати говоря, кому-то ее надо было отдать. Так это мы нагреть можем. Мне нужно смешать вообще-то. Какая прелесть. А, просто алхимия, блин. Ну, бывает, бывает. Теперь это не показываешь, ничтожное, я понял. Она даже их видеть, смотри, не хочет. Ладно, зелье ХП большое тогда. Ну, хотя это мне сильно не поможет. Так, может вам чем-то помочь? Может вам что-то нужно? Да, слушай, вот мне интересно, чё к тебе прибежал вообще? Стараться просветиться с жителями города Вели, чтобы получать от них помощь. Собрать знания, интересующие Кларин. Путем общения наберите 30 или более очков, дружбы. Поговорите с Клорис. Ну, поговорил я с этой... Клоринс. Классное задание. Говорим, может там хоть толк будет побольше. Ну какая-то, честно говоря, хрень, по-моему. Я не понял, у меня и этой дури выполняю какое-то задание. Какого лешего, простите. А, не задание выполнял. Я ее с этим чуваком хотел познакомить. Я думал, у меня хотя бы хоть как-то что-то повысилось. Ага, с разбегу. Как там мой мини-складик? Отлично, растет.
Потом склады уже буду переделывать. Пока меня это устраивает. Правда, насчет мастерской это вопрос еще тугой. Какую лучше делать или выбирать? Значит, как-то хреново это все понимаю, ну да ладно. Так, дедушка передал привет, они с бабушкой все еще думают, что я маленький ребенок. Говорят, что нельзя есть за 2 часа до сна. Вот я и не сплю. Курица. Ты как раз вовремя. У меня случилась беда. Я сегодня утром заглянул в курятник, обнаружил, что пропала одна из кур. Может быть, она убежала за пределы фермы, можешь помочь мне ее найти. А можно ее просто прибью. Почему они будут целиком куриц этих воровать? Я тут так бы кури навзял. На взаимствовал. Короче, не важно. Я уже привык к работе. Так. Видишь? Дым с сажей черными кубами, исходящие из той трубы. Так вот, она настолько забилась, что я уже начинаю задыхаться, когда разжигаю камни. Надо бы почистить трубу, я боюсь подниматься на крышу. Может, ты почистишь? Трубы там почистить. Вон сбежавшая курица. Ну ладно, давай попробую вот так вот забраться. Только вопрос в том, тут один дом получается только с трубой, да? Какой черт мне туда идти? Можно вопрос? В этом доме надо. Спасибо, теперь-то я смогу погреться в своего камина с чашкой горячего шоколада. Я думала, что на свежем воздухе легче. Вы бывали в других странах? Хидель заметно отличается от этих мест. Твоя помощь. Можешь срубить несколько деревьев неподалеку от фермы. О, хавчик предлагают. Каких надо тебе? Даш, я перестал мучить кошмар. Как раз топор, кстати, попробуем. У нас же топор новенький есть. Место есть нормально. Ясенька порубим. Блин, вот древесина клёна мне пригодилась. Ладно. Ольхи, смотрю, много. Клёна до хрена. Ладно, клёнов тогда будем собирать. Чё-то не ожидал такого. Яси не пошли, блин, ну прекрасно просто. Слов нету иногда.
Не, клен, ну как бы. Ольху-то найти можно. Не, зато я буду знать, где клен или ха растет в больших количествах. Что мне тогда надо было, а тут бегал, тут чуть ли не охренел. 7, да? Кабанчик. Ясен пень. Он-то едет налево. Последний клен нужен, его вот хрен найдешь, да? Какая гениальность. Отлично. Так, черноголовку я, кстати, удалю. Зачем она мне? Потом все насобираю, еще, мягко сказать, в больших количествах смогу насобирать. Так. Там еще кто был такая? Держи. Не перестанут мучить кошмар. Говорят, что нельзя есть за 2 часа до сна. Вот я и не сплю. Вот здесь смотрю. Такс. Добрый день, у меня тут беда случилась, можете выручить. Если мы здесь такие, что так могут, что так ждут утра, чтобы сбежать. Раньше убегаем, в последнее время права на их нет. Пожалуйста, найдите, верните мне сбежавших кур. Я от тебя, походу, все сбегает, что только может. Ну. А. Не подскажешь как? Просто на них наступать надо или что? Судя по всему, да.
И зачем мне на ферму бордели пердолить? Нифига, сейчас не понял. Я понял, что я к ней бегу. Так вот, нахуй черт. Когда же мне перестанут мучить кошмар? А, они нашли какой-то лаз. Я вообще курятник-то у них, блин. Лаз. Не лаз, тут вообще все дырявое. Не знаю что. У курятника видны царапины. Видимо, дикие звери пытались добраться до куриц. Говорят, что нельзя есть за 2 часа до сна. Вот я и не сплю. Что надо делать? Ведь мы его не можем. А, это повтор. Все.
Ценный изумруд. То ли 100 лет пройдет. Так, трусливый лучник. Или сейчас бежать. Так, давай сюда сбегаем. Закину пока кусок кристалла. Шаурмурли, это поля 3 рубля. 10 копеек. Скачу на паузу. Так, народ, я разгрузился здесь более-менее. Теперь нас ждет... Давай-ка сбегаем к этим наемникам. Сбор авантюристов. Посмотрим, что как к чему. Опять. А, ну да. Немножко, если честно, сейчас побазарим с ними, что еще на корабле надо плавать. Вот это вот мне количество заданий, которых, мягко сказать, фигово выполняются, немного напрягает. Хотя бы основную давай сюжетку пройдем. То, не знаю, уже от нечего делать, наверное, буду задания выполнять. Надо, в принципе, посмотреть, как это смотрит, эту игру, да и голову себе не парить. Как сможет. У меня в основном смотрит, сразу скажу, обзор. Первые взгляды — это 90%. Чё тут смотреть-то, если я смотрел уже? Для себя поиграть тоже не помешает. Ну, пусть это и вздор, но эти слова говорите вы. А никто другой, нужно скорее собирать парламент. Если все будет так, как вы сказали, то угроза Кзарки скоро станет правдой. Военачальник Джафат Костилин рассказывает о том, чтобы разместить отряд рыс и витрины в храме Серендии. Разместить войска — проблема непростая. Какой бы нашей колонии они ни были, политических трений не избежать. Поэтому мы хотим вам кое-что предложить. Как насчет того, чтобы вы собрали таких же авантюристов, как и вы. Если нейтральные авантюристы соберутся вместе в гильдии, то наш парламент Кальфиона сможет их поддержать. Пожалуйста, защитите континент вместе с этим Кальфионом. Закон должен быть краток, как мне... Здравствуйте, я слышал, в храме Кальфиона встретил черную ведьму. Если наш предположение, она очень опасна, что они навезли в медиа. Думаю, это самая знаменитая ведьма из медиа. Восточное королевство упокоится в руинах. Сейчас там обитают свирепые дикари и темные колдуны. Ходят слухи, что Коронели отправились туда, чтобы построить храм Камальсиона где-то на востоке Хиддели. Жрицы, почитавшие белое дерево, их владычица с белыми волосами. Это кажется... Не кажется вам подозрительным? Нам нужно знать о той черной ведьме и намерениях Кальмассива. Я не могу отправляться туда лично по дипломатическим причинам. Если вы соберетесь в медию, чтобы разыскать ведьму, не могли бы посетить храм Кальмассиона? Только такие умы, как мы, могут править миром. История Кальфиона. В парламенте квест есть для вас подарок. За... Это ястреб по кличке Рыцарь, которого дрессировали с самого рождения. Настоящее воплощение доблести Кальфиона. Рыцарь абсолютно здоров и приручен к рукам. Так что он может стать незаменимым помощником ваших стран за минуту. Мне нужно с ним попрощаться. Так, пусть вас будут. Так.
Сейчас закончил. Ага, тут и закончишь тут. Топчись на лошадь заехал. Да, бежать-то сюда точно не быстро. Так, ладно, для начала давай питомца. Где у меня этот конюх? Потом побежим туда, потом сюда, потом вообще не знаю куда. Ой, с этими заданиями, конечно, чокнуться можно, но хотя бы 22 я сократил, более-менее это уже радует. Если получится, все, я смогу хотя бы более-менее адаптировать это все. Чтобы проходить надо, вот идешь в деревню, нашел, и идешь в деревню, это все выполняешь. Правда, мне сейчас придется по-любому переплавлять это все долбанутое железо, это не очень-то охота. Но надо. Да, сейчас, короче, питомца приручу, ну и... Да, скорее всего, народ, стану на переплавку железа. Надо это все переплавить. Как раз поднакачаем скиллы. Железо, меч, свинец. Я вот не знаю, олово буду переплавлять или нет. Ну, как раз посмотрим, как мы скиллы поднакачаем, да? Эксперт 7 уже. А ученик только. А я не знаю, качаются они от переплавки или нет. Так что тут такой вопрос. Дивизия, куда тут бежать-то? А, так это и есть трущоба. Вот, блин. Не хочешь трудиться, будешь нищим. Сказал, где цель далеко. Дар копытами, перемещение... Регистрация, почему я не могу зарегистрировать или его регистрировать не надо. Как орла назвать? Орел, орел. Ага, шанс получения знаний. Увеличивается на 2% особых. Восстановление кармы. Чего, блин? Сколько вообще питомцев у меня может летать тут? Можно вопрос? У меня они вроде в настройках отключены. Нет, они вроде не были у меня отключены в настройках. Так, народ, ладно, я тогда попёрся на переплавку. Недалеко бежать. Пойду-ка я всё переплавлю, на этом серию закончу. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи, всем пока.